7.00. Всем доброе утро. Ну, а завтрак у меня омлет. Омлет с филе куриным, запеченным в духовке. Немножко сыра я добавляю. Укропчик, петрушка. Вот такой красивый, вкусный омлет получается. И чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита. 9.30. Мой перекус. У меня запеканочка, моя любимая, творожная, с яблочками. И сверху домашняя сгущеночкой полил пару ложечек. Чашечка кофе натурального и пол ложечки сахара. 14.00. На обед у меня капустный пирог я сделал. Капустный с фаршем куриным. Морковочка, лучок, много капусты, фарша. Все это с сыром. Яички туда же. Обалденно вкусный. Сверху ткемали собственного приготовления. И закаточка, перчики сладкие, желтые и красные. Красота, да? Вкусно? 18.00. На ужин у меня сердечный салатик. Салат из куриных сердечек. Очень вкусный. Легко делается. Отвариваются сердечки. Яйцо. Ну вот у меня было 300 грамм, больше 400 грамм сердечек, 2 яйца. Я отварил одну картошку среднюю, много зелени, огурчик малосольный добавляю. И я вот замесил на сметане, сверху сыром украсил. Очень вкусный салат получается. 21.00, мой вечерний перекус. У меня сегодня вот такой вот коктейль молочно-банановый. Тут всего лишь пол бананчика и грамм 100 молока. Плюс внутри натуральное какао я помолол. И буквально немножко сахара для сладости. Очень вкусный такой густой коктейль. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.